власти безбожия нужны лишь рабы, довольные пойлом, жилищем и мелкой кормушкой. И в этом помощники лучшие им архиереи и попы, вранье их и басни слушая, не переслушать. Свободой Бог наградил первозданных людей, опасности высветил, худшие явно пометил, в звериные шкуры жалея старался одеть. Вопрос был один, но Адам заплутался в ответе. У выбора две стороны изначально, лукавым изогнута луком его левизна. И с ним не икшайтесь, в конце опечалит. На практике знает об этом каждый из нас. У Бога свобода, воспользуйтесь ею умело. Пораньше вставая успеть, помолиться усердно. Вы слышали сказку про русскую печь и Емелю, про щуку, на том и прищучили глупого черти. Враг бьет по мозгам наркотической дурью, табак, алкоголь избесились в разврате. Во всем интерес обязательно шкурный, следы у таких обрываются в огненный кратер. Сам дьявол, свободы лишившись, может лишь ждать тоталитарный режим манкуртов и монстров. Распятие Иисуса велел он презренным жидам, умеют он гвозди и пики оттачивать остро. У Бога не так, у Иисуса напротив, иначе. Свобода при выборе лучшего явится в рост. Стучит Иисус в наше сердце и плачет. Душа в умилении, когда нас обнимет Христос. Рабом быть у Бога в работе свободной. Бог тайну открыл о себе в Иисусе. Из Библии знаем, что нужно и Богу угодно. Дух Божий подскажет нам в искренних чувствах. Я мог бы совсем не писать этот стих, но пишу. Желая свободой своей сполна похвалиться. Без Бога писатель любой лишь гороховый шут, с которого сорваны духом смоковные листья. 27 мая 2009 года.